Привет, друзья! С вами Владимир Шемит, и в этом видео я хочу с вами поговорить и рассказать вам одну тему. Значит, тема этого видео – мы поменяли офис. Значит, как вы знаете, наша фирма находилась на протяжении там несколько лет по одному адресу, в одном офисе, и в период пандемии у нас поменялся офис. И смотрите, как выглядит наш новый офис. Друзья, на самом деле это терраса номера в отеле Альбатрос Акваблю, в котором мы сейчас отдыхаем. И это не совсем тот новый офис, за который я вам рассказываю. А на самом деле новый офис это, друзья, онлайн. Да, друзья, для того, чтобы организовать ваше путешествие, нужен всего лишь ноутбук и интернет. Собственно говоря, больше ничего не нужно, друзья. И содержать большое помещение в нынешнее время не совсем объективно и актуально. Поэтому, друзья, основная масса клиентов, которые заказывают у нас туристические услуги, делают это с помощью онлайн. То есть делают онлайн запрос. Мы отправляем онлайн-варианты всем туристам нашим любым удобным способом. Это Viber, это Messenger, как правило. И, соответственно, друзья, не нужен физический офис для того, чтобы организовать ваше путешествие. Потому что все туристические услуги, они не материальные. И, соответственно, просто как бы сейчас, в нынешнее время, это все можно сделать с помощью онлайна без каких-либо сложностей и проблем. Это можно подписать электронный договор, это можно получить электронные документы любым удобным способом. Электронная почта, Viber, Messenger, то есть как вам удобно. И в принципе все эти электронные документы почти всегда достаточно иметь только в электронном варианте. То есть где-то на вашем гаджете, чтобы открывались авиабилеты, открывался ваучер на отель, открывался страховой полис, открывалась там памятка туриста, ну и какие-то еще, возможно, другие документы, которые понадобятся вам во время вашего путешествия. Процедура оформления онлайн довольно простая, друзья. У вас есть интерес, вы хотите куда-то поехать. На отдых, либо какая-то деловая поездка, неважно, это поездка. Вот, вы присылаете, вы связываетесь со мной любым удобным способом, можете позвонить, можете написать, рассказываете, что вам нужно, и я отправляю вам нужные вам варианты, которые устраивают вас по всем критериям, которые вы предъявляете к поездке. После чего, значит, подписывается электронный договор. Это все официально, как бы есть несколько вариантов подписания электронного договора. В принципе, всегда мы стараемся предоставить туристу тот вариант, который ему удобнее для подписания. Вы производите оплату официально на расчетный счет, полностью все официально. И дальше происходит оформление туристических услуг. И после оформления и подтверждения туристических услуг вы получаете электронные документы по туру. Ничего сложного нет, друзья, и не нужно для этого содержать офис. Но, тем не менее, все-таки у нас есть офис в Харькове для встречи с туристами, вот, для некоторых туристов, которые все-таки совсем, ну, вот совсем не дружат с интернетом, с техникой. То есть, да, с некоторыми мы встречаемся с туристами в офисе в Харькове. Вот. Но мы не сидим в офисе. Мы не сидим, потому что нету смысла сидеть в офисе, тем более в условиях пандемии, друзья, когда есть ряд жестких ограничений и тому подобное. Соответственно, вот, если вам нужно встретиться все-таки в офисе, туристы договариваются с нами, со мной, с моим менеджером, условно говоря, с моей супругой, вот, о встрече. И, значит, в назначенное время, в назначенный день мы можем встретиться с вами. Но это происходит крайне редко в нынешних условиях. 80% клиентов в 2020 году оформляли все туры онлайн, и вообще ни у кого не было никаких сложностей, и все отлично отдохнули. Поэтому, друзья, если у вас есть желание, звоните, будем встречаться в офисе. Если у вас нету сложности с онлайном, то, друзья,
Welcome в онлайн, это все гораздо легче и проще. Ну и самая, как бы, одна из основных причин онлайна, это, друзья, поездки. С этого времени я собираюсь увеличить количество поездок за границу и, соответственно, находиться в офисе, либо встречаться в офисе будет уже сложнее. Но, тем не менее, это не мешает вам в оформлении туров, потому что я с легкостью, находясь за границей, с помощью интернета все вам оформлю, и у вас будет все то же самое, что вы встретитесь со мной в офисе. Я подготовил для вас много видеоинструкций, которые будут полезными для вас, и вы всегда сможете воспользоваться этими видеоинструкциями и получить самую необходимую информацию для всех ваших путешествий. Я буду чаще выходить там в эфиры из своих путешествий и рассказывать вам за обстановку на различных курортах и самую объективную информацию, друзья, которая тоже вам понадобится в ваших путешествиях. На этом все, я вам рассказал все, что хотел, друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях под этим видео. На этом все, желаю вам самых лучших, самых ярких впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч, друзья, пока-пока.